Всем здорово, народ, вы на канале Бублик Channel, и сегодня я вам хочу показать настоящую войну между полицией с армией против ОПГ. О каком ОПГ? Что же вообще произошло? Почему началась война? Чем она закончилась? Все это вы узнаете в этом видео. Приятного просмотра. Сядьте. Можно вообще лечь. Блять, ну где это, пожалуйста? Блять, просто морейте, сорихуярец. Вот бабинка. Пиздец. Вот так ложитесь, пацаны, как мы наблюдаем. Пацаны, кто в бункере, уходите, там полиция сейчас в бункер будет. Там наших нет. Там... прям много полиции, ребят. Не, просто говорю, сейчас я чекаю по плану. Посмотри на карту, блять, лагающий хер там. Кто сзади едет? Смотри на карту, просто пизда, смотри сюда. Бля, лучше вон вышел сервер этого. Что это? Что это, короче? Игорь, уедь нахуй на мотоцикле, с территории, блять, сука. Вы что делаете? Просто мы наблюдаем, все. Нам вообще... Пацаны, попкорн никто не взял? А где, пацаны, вы знаете? Смотри, сколько приехало, еще еду, смотри по карте. Пацаны, вы где? Скажите, куда подъехать? Где бункер? Сука, скрыт. Сядь, Тёма, блядь, чё за распиздяйся? А приедь, я случайно. А ты где? Я у банка сейчас еду. Какую тут вояки еду? Приехали, вояки, ребят. С кем я сейчас еду? Кто на Мерине едет? Или кто на Бэхе это? Я на Мерине еду. Вояк упал с вертолёта. Смотри, чё вояки творят. С калашей расстреливают, тупо. Я понял, на трассу выходить надо. Выпьем за красивый кип. Пиздец, блядь, что творится? Хватит бухать, вы что делаете? Нет. Пошел на дорогу, стой там, блядь. Завязывай. Я не погоди. А как убрать бутылку, она не убирается? Турелло, слышь, Турелло, поехали. Так, все, я вызываю. Антон, пистолет убери. Пацаны, Турелло, приехали сюда. Торетто. Все, они захватили полицию, все, кубка. Пиздец, что тут происходит? Сядь. Охереть, я на зеленый проехал. Кто в дискорде? Кто хотите прямой эфир? Кто может? У меня запись идет. Проезжай. В Ютуб или куда? Или в дискорде? Я в Ютуб выложу, если надо. После чего провинция не дает. Думаешь, они их упаковали? Там не только Торетто, тут дохуеще мусоров и... А чё Торетто приперлись? Они же семья. Тут еще армейцы. Я еду, пацаны. Я если проезжаю. Я туда еду, да? Я стрим запустил. Я в сторону Азии поехал. Сейчас надо теперь, чтобы наши были 40 человек. Ты в штурмбурке, короче. Я походу туда поехал. Аваки, ты где? Так, прямой эфир можете включить, вам посмотреть. Блять, на бункере. У меня на карте пиздец. Справа там спрятались. А вы где? Стой, вы за горой или... Мы на горе стоим, смотрим. Я сейчас приду. Там такая кучка отдельно от всех, видишь? Скажите, куда там проехать, к этой горе? Блин, как сказать? Давай, погнали сюда, ребятки, красавцы. А, сядьте, сидите, блядь. Военных трогают морально. А, через аэропорт что ли ехать? Нормально, блядь. Грибы. Ебать, еще штраф. О, опенок. Так, грибы. Мухомор. Кто ездит? Грибы, говорит, собираем. Пацаны в костюмах приехали, грибы собирать. Ты втираешь мне какую-то дичь. Сука, чьи машины, да, поехали вон. Это не наши белые. Наши.
Сука, нахуя вы там сейчас вот реально отменили, все, вы вылетите, нельзя ездить, блядь. Это РПП, по сути. К бункеру можно ЕПП. ВПС. А чё, куда едут? Ты можешь с любой стороны заехать к бункеру, блядь, или чё не... Ну что ты творишь? Идиот, блядь. Смотри, я грибок нашел нормально. Оля, реально, хороший грибок. Опёнок. Идиот, натуральный, блядь. Ой, сорян. Пиздец, похоже. Давай, Фига вы как эти горные козлы поскакали. Да. Товарищ генерал, а вы как знаете, мы так зарабатываем. Ну ты едешь, нет, я уже подъезжаю, пацаны. Нагнетает, но... Да чё подъезжаем, мы уже уехали. Что это было? Как уехал, Лаки? Подтерпим поехать можно, но я без тачки. Это провинция. Ничего не было. Вита, ты где? О, здорово. Не знаю, ну наверное там... Бля, парни, куда едем? Ой, я на этот раз слышу. Ебать ты. Ебать, тут вертолеты сталкиваются. Да, да. А? Да, 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 я на горе. Там стрельба что-то идет? Здесь, что ты меня кинул? Вы опять на горе? Да. Опять сливался. Красавчик. Я горе, как ты подъехал, вот депсу. Они опять на горе. Кто они? Вы? Блять, паскуда. Вы же сказали, что вы на горе, вы не на горе? Подожди. Так вы на горе или не на горе? Да. На горе, тут с этими с главными общаемся. А я тоже на горе. Не заехать на гору? Не-не-не. А, вы аж с той стороны. Вы куда собрались? Да вон мои люди стоят. Разворачивайся назад, бегом. Я их люди. Я вижу там трех человек. Не доехать или как? Что творите? Мы выбираем, смотрим. Смотри, подбираться продаем. Виталий. О, наш проехали. Стой, вы куда поехали? А можно воспользоваться вертолетом, чтобы искать грибы? Ну, как бы это... Да. Так проще просто. А мы купали тут себе гирму белую. Просто да, знаете, опята маленькие. Мазда, вот, все это будет проще искать. Мазда чья? Да. Я сюда сто раз номер взять, да, это называется постоянно. Как это ты ебал, вы? Парни, а что с ситуацией, расскажете? Сейчас напишу. Пиши раз на мой номер, но я сейчас подойду. Вита, напиши ему мой номер, Вита, может что нужно будет. Парни, вы только когда разъезжаться будете, не разъезжайтесь без нас, я без тачки. И уйдет. Кто без тачки? Кто без тачки? Я без тачки, я сюда пришел без тачки. Тачка стоит на парковке. Это, да мы все, да блин, мы все грибники, правда в костюмах, но это одно и то.
Да, вообще жесть. Поехали. Я вижу, я слышу звук, вижу, как машина пролетает. Ну, чуть там вот это... Мы залетаем, пацаны. Ебать тут. Лима, извини. Опа, админ. Молясь. Подожди, я проехать не могу. Она. Я это. Я на ограничитель еще еду. Так что аккуратно. Не вылетите. 34. Ух ты. Миша, чуть тебя не ебал. Сделайте. Ну, пацаны, едьте в одну линию, чтобы по карте было видно, как струя ебашит. Струя, как, блядь, моча. Ой. Не, ну просто на то вы как-то куча. Да не, на самом деле моча не прямо. Вот это толпа едет, знаешь? Давай на ограничитель поедем. На ограничитель в натуре 60, нормально. Да, давайте. И надо бы заехать починиться, давайте сейчас направо. Да, давайте, мне тоже починиться. Пойдемте еще фотку сделаем. Я пойду. Налево починка есть, налево починка есть. А, да, точно. Улочка еще. Просто банка проходит. А прикинь, 40 человек в онлайн встал. Ромбов строит. Ровной колонной, Катя. Пацаны, давайте также поочередно будем заезжать на этот, на починилку. Сейчас такая толпа залетает. А чё мне не чинится? Мне денег не хватает. А у меня тачка не чинится. Подожди, Игорь, ответь, пожалуйста. И все двойную сплошную пересекают. Нормально. Это нормально. Пацаны, подождите. Лола, у меня машина не чинится. Все, сидеть. Так, вот у меня в машине кто сидит? Дайте, пожалуйста, 1000 рублей. Помогите, я игру сломал. Дайте 1000 рублей. Давай машину. Мне починилось. 1700. Дай, Дуд. Тём, дай. 17 рублей починил. По доступ. Давай приезжай. Добавить. Андрей, да? Куда сюда надо еще бать? Андреа. Да. Миш, проедь туда. Да. Тупо три меря. Так, у тебя какая-то машина такая себе. Пацаны, у меня тачка не чинится, помогите. А, я понял. Она починена. А, понял, и уебал ее еще раз. О, все. Я понял почему. Знаешь почему? В мою тачку врезались чуваки по пингу. Дамаг показала, но походу не засчитала его. Че, едем? Ладно, спасибо. Че, едем и уехали. Едем. Едем. Ой, я красный на светофор сбежал. Да уже вообще насрать на светофор, честно. По тысяче дерут, блин. Да я потом лучше в тюрьму сяду, чем буду оплачивать штраф.
Согласен. Давай сразу так. На! Какого ты гена бред? Как дагестанская свадьба за второй месяц.